Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Hardspace Breaker. Мы с вами остановились на том, что испытали корабль Джавелин, грузовой, огромный. Проблема в том, правда, что мы взорвали топливный бак, но я так посмотрел, что там был мой косяк. Мой косяк был в неправильном распиле. По идее, мы его правильно демонтировали, осталось там дело за малым, но не судьба. Сегодня же мы посмотрим с вами на новый тип корабля. Я только не помню. Обучение? Что? Какое обучение? Учебный корабль, давайте. Не знаю, чему меня обучать хотят, но давайте. Может, меня обучат как раз демонтировать топливные баки. Было бы очень полезно, честно говоря. Показывайте, что надо. Так, времени нет. Утилизация реактора класса 1. Выпустить хладогель из СЖО. Отделить реактивный двигатель. Вытащить на баржу, вот и все. Ладно, все припустит. Я так понимаю, речь идет об утилизации второго ранга реактора, да? Меня хотят обучить, как демонтировать реактор? Вы ж мои бусинки. А очки вы мне за это дадите? Или нет? Так, давайте посмотрим. Да, это новый тип реактора. Но я, в принципе, за. Сейчас, кстати, проверю, зачет будет или нет. Просто интересно, ничего личного. Давай лети, 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 я в тебя верю. Лети, лети, лепесток. Я хочу увидеть. Денежка вроде бы капнула. Хм. И времени идет. Хм. Так, можно вырезать дырку, вытащить и на баржу. Вот это меня интересует больше всего, как бы быстрее вытащить. Герметизация у нас есть? Герметизация есть, тогда приступим к самому зловредному и страшному действу. Сначала разгерметизируем. Я, кстати, не узнаю, что это... Это та же, по-моему, комплектация, которую мы в прошлый раз разбирали. Или нет? Так, а где вход? Подождите. Входа официального нет. Есть только вот эта дрень. Можем попробовать, конечно, через дрень. Но я боюсь, что все полетит сюда, в этот, в бак. А это мне не совсем надо. Не совсем, чтобы надо. Сейчас, у нас здесь был нюанс... На всяк пожарный я отрублю. Бог его знает, чем оно закончится. Я хочу рассоединить кольца. Самое смешное, что оно здесь не то чтобы связано. А, нет, связано. Что такое? Реактивный двигатель поврежден. Я же его не трогал. Вы о чем? Я его не трогал, офишали. Даже пальчиком. Ладно, давайте вверх пробьем. Сверху шлюз, да? Так, надо вцепиться лапкой. На всяк пожарный. Цепляемся лапкой и делаем... в смысле? Меня лапка не удержала. Моя лапка слаба. Так, верни меня на базу. Разгерметизация полная? Полная, все, супер. Теперь давайте смотреть, что ж нам хотели поведать. Что, издеваетесь надо мной? А, вот заход. Так-с, мы имеем гигантеллу. Просто гигантеллу. Второй уровень, у нее есть прямое соединение с топливом. Вопрос. Нам в любом случае нужно отключить топливо, я так понимаю, да? В любом случае нужно рубануть, чтобы не было косяка. Но, как и с правилом абсолютно со всеми реакторами, нам надо сначала открыть полость, чтобы мы могли рассоединить... И получить открытое пространство. Открытое пространство нам нужно для того, чтобы максимально быстро выкинуть реактор. Это наша первичная цель. Избавиться, чтобы он нам не мешал. Так, надо отключить заранее. А то сейчас оно отлетит, будет беда. Так, топливо отключено. Дополнительно выпустить хладагент из СЖУ. У нас здесь... А, вот труба хладагента. Давайте ее посмотрим. Можете меня пустить назад, пожалуйста? Я не то чтобы много требую. Так, резак на всякий случай спрячу. Так, у нас стоит здесь вот эта махина. Эта махина отвечает у нас как раз-таки за охлаждение, правильно? Пока все работает корректно, но мы можем снять панельку.
И у нас здесь находится Хладагент. Проблема вот в чем. Зачем нам его отсюда выпускать? Он же нам на руку сейчас работает. Ну, то есть топливо мы отрубили. Соответственно, его лучше не трогать. Зачем? Я в этом смысла пока что не вижу. Так, отконнектим этого товарища. Вот там распил, зря сделал. Но не критично. Так, разделим на половинки. Все, еще коннекты остались. Так, есть. Верхняя часть отошла. Нижняя часть отошла. В принципе, это нам и надо было. Нижняя часть, ты свободна. Лети. Так, и вот эта часть тоже отпрокинься. Спасибо. И тоже уходи. Так, разобрались. Главное, чтобы он сейчас не втаранил трубу. И будет вообще супер. Прошло как по маслу. Так, здесь у нас закрытые панели. Я так понимаю, что за ними как раз и прячется наш дружочек. Так, ты просто уйди, не мешай. А можем ли мы вот так их от... Отлично. Уходите. Только меня не траньте. Буду благодарен. По идее, я думаю, здесь схема та же. Нам главное, чтобы оно не рвануло в процессе вытягивания. Как только вытянули, сразу же направляем в ад. Да и все. Нормально. Время есть. Начинает бить во все стороны. Изи-пизи. Ничего себе, отлично, резчик. Ты меня приятно удивляешь. Да я вообще красавчик. Я вот только не знаю, нам есть смысл демонтировать. А, время пошло. Стоп, все. Не отвлекаемся. Время пошло, демонтируемся до конца. Раз нам за это бабос дадут. Грех не демонтнуть. Отличный распил. Просто божественный. Так, эту часть мы отсоединили, эту часть отсоединили. Сам движок мы не выдвинули. Ты, товарищ, приклеен трубами. О, хладагер рванул, да? Неплохо. А топливо тоже рванет? Топливо не рванет. Не за то зацепил, сорян. Он сейчас панели отдерет, да. Отодрал панели и полетел дальше. Так, ты, дружочек-пирожочек, высовываешься? Супер. Лети в ад. Попытаемся выжать максимум, хотя... Ну ладно, давайте выжмем уже максимум. Тут как ни крути. Как ни крути, как ни верти. Тебе туда. Так, замечательно, эту часть направляем туда же. До свидания. Что за звук странный? Это что было? Вы что там делаете? Красота-то какая, не устаю восхищаться видом рельсвар... А, это работа рельсврат. Ёпперсеты. Страшно. Очень страшно, на самом деле. Так, это все оставляем. Здесь у нас отключить надо кучу всего. Кучу всего и сразу желательно. Так, еще раз, кстати, проверим. Мы отключили топливный заборчик. Соответственно, теперь выровняемся максимально. И не допустим косяка, как в прошлый раз. Да, видите, проблема была тогда, что я задел переднюю часть бака. И это произвело к бадабуму. Так, здесь мы можем что сделать? А что, если я сделаю вот так? В принципе, коннекторы туда не надо трогать. Здесь ту же самую историю. Коннектор не надо трогать. Коннектор не надо трогать. И коннектор... Не надо трогать. Отсоединили здесь, отсоединили здесь. Трубы сами не отлетят. Вот в чем еще проблемка. Трубы сами не отлетят. Хотя, стоп, я же их отрезал, да? Да, я их отрезал, что я с ними заморачиваюсь. Так, эту штуку мы отсоединили. Я могу его двигать? Я могу его двигать, стоять. Стоять, ты слишком габаритен, чтобы делать такие кульбитики. Меня интересует, как я могу рассоединить. Так, а ну-ка, если я тебя попробую протолкнуть сюда. Рассоединения нет. А раз рассоединения нет, значит, есть где-то коннект. Где-то здесь должен быть коннект, либо мы не давим на раму. Мы не давим на раму, понял? Вопрос закрыт. Так, здесь мы уберем, чтобы не мешало.
Вот эта часть, по сути, не присоединена теперь к основной раме. Она крепилась как раз за счет бака. Ох, это было близко. Это было близко к серьезному провалу. Но все нормально. Так, лишнее позабирали. Замечательно. Теперь мы должны просто каким-то образом вот эту финтифлюху вдавить сюда. Во-в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 о. Пошел отконнект. Давай-давай, меня только не придави намертво, пожалуйста. И как видите, внешняя часть у нас отошла, и мы теперь можем отсюда бак вытолкнуть. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Сможешь пролезть? Сможет. Все, с баком победа. Сейчас глянем, сколько мы за него заработаем. Стоп. А почему у него отвалилась эта штука? Топливная... А, это тоже труба, это тоже не часть бака. Супер. Давай-давай-давай, я в тебя верю. Там ту балку можно было распилить на самом деле. Да и проблема была решена. Ну да ладно. Давай-давай-давай-давай-давай. Ты красавец. Лети в ад. И... денюшка, приди. Сколько? 117 тысяч? 100 комароки за 117 тысяч? Это несерьезный подход. Абсолютно. Так нельзя поступать. Абсолютно ни в коем случае. А трубу он вырвет? Трубу он начинает вырывать. Ладно. С трубой тоже распрощаемся, так и быть. В общем, ударяйся об все, что можешь. Ты не туда приконнектился. Отсоединить. Вон туда лети. А, сейчас возьмем. Нам главное получить очки с этого всего мероприятия. Все остальное меня не сильно интересует. До свидосик. Мы сможем быстрее, да? Мы можем быстрее. Было бы желание. Здесь тоже можем. Не дотянулся. Так, труба здесь уже отпилена. Так, теперь сделаем финт ушами. Раз, два, раз, два. До свидания. Уходи. Отлично. Так, тебя просто вырываем. Тебя вырываем. Сейчас пополним запасик. Тихо, сильно быстро, сильно быстро. Бляха, с новым торможением вообще песня. Слушайте. С этим вообще песенка. Мы можем, по идее, даже до 16 разгоняться, я думаю. И мы себя будем комфортно ощущать. Так, уходи. А ты чё? Тоже цепляйся за братьев своих. Отлично. Все окей, все окей. Так, что у нас здесь осталось? Здесь у нас остались счастье. Но основная проблема здесь это этот эйрлок. Эйрлочек, до свидания. Ясно. Распилил ненужный кусок, по традиции. Свободен. Правильно зацепил? Лол. Я его за его же. Его самого за его же самого и зацепил. Окей. Но там, походу, остался, кстати, консоль. Я могу ошибаться. Но, по-моему, консоль оттуда никуда не делась. Что это было? Отказ в распиле? Не понял. Так, есть. Есть. Тебя туда. Тебя туда. Тебя туда же. А, дорогуша, тебя мы, получается, можем целиком отправить в ад, да? Там что-то осталось ценное. Подожди, подожди, подожди. Там торчит охлаждающий этот. А ну-ка. Можем ли мы его по бырику выпилить? Чего? Лол, сорян. Отдельно, пожалуйста. Оу, щит! Он рванул! А, это труба. Труба не страшна. Так, ты уже выпадаешь, да? Давай, давай, давай. Не выпадает, сволочь.
Давай, 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 давай. Я знаю, что тебя можно вытянуть. Так, и это основная херовина. Должна идти на баржу. Все. Ясен, красен. Уходи отсюда. Так, тебя в печь. Все, с этим мы не заморачиваемся. Осталось 6 минут. Немного. Немного на самом деле. Что мы здесь можем еще быстренько натворить? Что мы можем быстренько? Мы можем отконнектить кольца. Достаточно быстро. Так, кольцо от коннекшена, ты тоже в процессор, ты по идее в печь, но нас это мало интересует. А ну-ка, вы же не рассоединены, да? Или рассоединены? Не рассоединены. Нормально. Сейчас гигантское кольцо полностью уйдет. До свидания. Главное, чтобы трубы оттуда не повылазили. Нет-нет-нет, не вылазьте, не вылазьте, идите в ад. Вместе с этим всем. Красота какая. Так, ладно, не отвлекаемся. Те блоки мы подоставали, антенна снизу есть еще. Антенна еще есть. Ее туда же. До свидания. Отсюда опять же таки вариант. Либо вынимать все, либо не вынимать. Как всегда. Но я думаю, что мы по-быстрому. У нас 5 минут как-никак. А по-быстрому надо просто все распилить и быстренько отправить на свои позиции. Так, открываем крышку. Раз, два. Это не столь важно. Та панель ничего не имеет никакого значения. Я не распилил эйрлок, что? Я был уверен, что он распилен. Ну да ладно. Ну же. Красавчик. Ню. Ню. Там какой-то кусок торчит из эйрлока. Он мне не нравится. Однозначно. Уходи. Так, тебя полностью направляем в ад. Ты, дружочек, отсоединяйся, лети туда же. Ты, дружочек, тоже вынимайся. Вынимайся. Давай, 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 давай. Понимаю, не хочется. Но надо. Так, дальше отсоединяем все лишнее. Так, это коннекторы у нас съемы кольца. Нам сами кольца снимать не надо. Нам надо отсоединить раз, отсоединить два. Отсоединить крышку. В принципе, по идее, уже все. А, еще один эйрлок, прошу прощения. Мы сейчас, по сути, огромную дуру отправим в ад, если получится. А что произошло, я дико извиняюсь? Я походу понял, что произошло. То, что было за этим эйрлоком, это был очередной выход наверх. И этот эйрлок, собака. Он был под давлением. Там была атмосфера. Инфосотка. Инфосотка. Потому что как только я отодвинул, эйрлок отодвинулся. И в этот момент пошла легкая разгерметизация. А когда я его полностью отрубил, произошла полноценная разгерметизация. Это мой косяк. Тут я уже как бы никуда не выкручусь. Так, ты, дорогуша, лети в ад. Так, у тебя еще остался эйрлок. И эта часть разлетелась как раз из-за того, что эйрлок бомбанул. Понимаю. Это я понимаю. Так, эту штуку мы пока оставляем. Тебя мы не оставляем. Уходи. Уходи, уходи. Давай, мы еще можем добить. 3 минуты есть. Эту хреновину мы можем быстро разобрать, по идее. А можем долго. Как пойдет. Так, поровнее желательно. Угу. Тут давления нет. Все, тут давления нет. С этой штукенцией все чуточку проще. Раз, два, три, четыре. Отсоединяется коробка раз, отсоединяется коробка два. Что ты делаешь? Понял. Ты рановато улетел, ну ладно. На нем там кусочек есть, дорогой один. Да давай отрывайся, господи. Направляем. Этих ребят отсоединяем. Туда же в ад. Еще что-то осталось, больше ничего не осталось. До свидания.
Отсюда снимаем вот этого товарища. Управление как раз таки атмосферкой. Стоять, 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 иди ко мне. Иди ко мне, говорю. Ух ты ж, собака тяжелая какая. Нет, 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 тебе туда не надо. Да хватит от меня убегать. Сволота такая, ну. Фонарь остался, похер на фонарь. Так, отправляю это дело. Так, и что у нас осталось здесь? Осталось колечко, стекло. Стекло нормально стоит, поэтому можем его отправить. Так, здесь больше ничегошеньки нет. Тебя отправляем в ад. Причем по ускоренной программе желательно. Потому что осталось 1,5 минуты. Так, вот этого товарища надо быстренько распилячить. Твою мать! Это тоже был гермоблок. Спокойно. Прошла? Прошла разгерметизация. Если оно не вылетело как бешеное, значит все нормально. Значит, не все так плохо. Так, есть. Тебя, пирожочек, туда. А по внутренностям мы, в принципе, все можем опустить на дно. Нахера я его туда вообще разбирал? Если мы можем все опустить на дно. Так, до свидания. По большим частям что еще осталось? Трубы. Хера себе, сколько ты весишь? 1,2 тонны. Не кисло. Я думаю, что так тяжело пошло. Так, здесь все. Там вычет, 4-е очко есть. 5-е, возможно, не получим. Есть такое ожидание. 4-е готово. От чего? А, я не за то зацепился. Прошу прощения. Все, секунды кончаются. 5-й не возьмем. Но, в принципе, неплохо. Мы, грубо говоря, за 17 минут разобрали грузовой этот джевелин. Что неплохо. Что, в принципе, не было. 17 лямов. На секундочку. Вообще-то. 11-й ранг. Что еще надо для жизни? Серьезно. Но самое важное, что нас научили разбирать реактивные второго уровня. Единственный нюанс в том, что там, в принципе, ничего сложного. Главный косяк может быть только в том, что если мы повредим либо топливную систему, либо охлаждающую. И тогда да, тогда будут проблемы. Так, доступно новое украшение. Это супер. О май гад, танкер Джавелин. Только отсюда видно 5, собственно, хранилищ топлива. Длиной до 70 метров, оснащенный реактором класса 2. В принципе, его можно быстро попробовать разобрать. Сколько он стоит, мне интересно. Так, наклейки супер, мое уважение. Мне только странно, почему нам обучение внезапно дали. Ну ладно. Это останется загадкой. Так, что мы можем заградить? Быстро, быстро, быстро. Снаряжение. Сейчас будем спидранить. Так, мы можем увеличить мощность. Однозначно, да. Потому что мы тонну с большим трудом поднимаем, а это мне не нравится. Так, здесь, 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 здесь. Ёмкости топливного бака. Здесь 25, здесь 31. Давай. Так, этот готов. Этот готов. Шлема. У шлемы нам уже не хватает очков, к сожалению. Так, быстренький ремонт. Да, да. Это пока оставляем. Давайте спидранить. По сути, мы можем взять даже другой джавелин. У них различия порой конкретные, конечно, но пережить можно. Тот же танкер, 21 лям. 5 уровень опасности, реактивный двигатель класса 2. Элемент питания. Реактор. Реактор, кстати, 1 класса. Реактор, кстати, у него есть цепь. Можем найти еще цепь стырить для ремонта корабля. Окей, погнали. У нас время есть, я думаю, что мы успеем. Попробуем прям макс, макс спидран. Максимально. Хоть это и новый корабль, но ничего страшного. Попытка не пытка же, правильно? Так, вылетаем сразу же. Хобача, тросы освобождаем. Твою мать, это что такое? Окей, будем действовать логично. Распил раз. Это гигантское кольцо надо отправить на баржу. Вот в чем проблема. Окей, тогда нежно его разделяем. Очень нежно и осторожно. Я надеюсь, мы бак сейчас не заденем. Давайте вот так прицелюсь на всех пожар.
Дальность у нас просто мощная, и от этого только страшнее. Так, распил есть. Колечко, колечко, кольцо. Что произошло? Боже, я перепугался, я думал, что я что-то рванул уже. Так, опускайся. Брп. Отлично. Коннектор один еще остался, да? Один коннектор остался здесь, один там. У нас что-то шипит. Не надо шипеть, пожалуйста. Эту штуку надо аккуратно, потому что она является баржевой частью. Мы разделили на херву тучу блоков. А можно было не разделять. Вот вам, пожалуйста, новые корабли. Что за звук? Меня настораживает. Так, тебя на баржу, тебя на баржу. Понимаю, тебе сложно, но тебя тоже на баржу. Тебя приконнектим к нему. Тебя на баржу. Так, окей, давайте быстренько сканером просмотрю, что здесь такое на самом деле. Топливные баки здесь разгерметизированы наполовину. Здесь полые огромные блоки, серьезно. Но самое важное, что здесь реактор. Соответственно, отсюда будем... А, здесь еще одно кольцо. Но в этот раз мы сделаем грамотней. Мы это кольцо распилим грамотно. Мы не отклеим внешние части. То есть мы кольцо отсоединим целиком, по сути. А, нет, не целиком здесь будет. Или целиком. Нет, не целиком, две части кольца выйдет. В принципе, меня это устраивает. Я все время забываю, что я могу буквально часть прицела навести на нужную цель, и мы можем ее уже пилить. Об этом лучше не забывать. Так, я правильно сделал? Все правильно, мы можем его не раскувыривать к херам собачьим. Сейчас нам главное корабль не перевернуть полностью. Так, лети сюда. Красавчик, теперь цепляем за эту часть. И вот. Пожалуйста. Я что, зацепил за кусок, который там? Нет, брат, ты зацепился, не надо цепляться. Переворачивайся, переворачивайся. Давайте я даже ускорю. Все, по идее, вылезет нормально. Сейчас он проедется на жопе чуть и вылезет. Не отвлекаемся. Хоба. Ча. Так, все. Ты не туда приклеился. Я вот это терпеть не могу, когда от места коннекта 1 до места коннекта 2 оно не видит, грубо говоря, различия. И это чуть-чуть портит основную малину. Ну да ладно. Он, по идее, залетел, да. Он залетел. Так, сколько у нас? 11 минут. С таким успехом мы нихера не успеем. Давай со всей силы. Сколько ты? 900 кг всего лишь. Что ж ты выпендриваешься? Так, здесь у нас герметизация есть. О, давайте смотреть, где вход. Чего? Чего? Как это? Это логично. Вы видите? Вот здесь шлюз. Здесь надо проходить. Здесь не должно быть бака посреди этого всего. Здесь еще и новые коннекторы какие-то. Что это такое? Это крепление. И это крепление. Все проверим. Понимаю, не время проверять, но... Если мы отсоединим тебя, отсоединим тебя. Я распилил кусок корабля, нормально. И ты, по идее, свободен, да? Понял. То есть каждый бак нужно отвинчивать отдельно. Это плохая затея. Так, ты должен, по идее, отсоединяться. Но на это не похоже вообще. Такое чувство, как будто это одна цельная конструкция, которую нам нужно кинуть на дно. Так, отправь нахер. Я здесь, по сути, отсоединил, но я боюсь, что если разгерметизацию начну, это закончится очень плохо. Прям очень плохо. Единственное, что я могу сделать, это отконнектить его от основного блока. И понадеяться, что мы его сможем вытолкать, хотя это нереально. Или реально. Мы его сможем вытолкать только чем-то. Вот в чем загвоздка. А вытолкать чем-то у нас возможности нет. Если же я разгерметизацию начну здесь, оно рванет. Нам в любом случае за эти 9 минут надо реактор забрать. Он стоит до хера.
Стоп. Нет, если я рассоединю, произойдет бадабум. Окей, сейчас попробуем поиграться, если получится. Так, там разгерметизировано. Ты на чем держишься? На Святом Духе? Ну, почти. Нет, я тебя туда не пропихну. Хотя, чем черт не шутит? Иди сюда. Иди. Понимаю, ты не хочешь, ты гигантский, все дела. Но мне нужно, чтобы ты толкнул сюда. Как угодно. Давай, пирожочек, давай. Не застревай там, там не время застревать вообще. Так, в принципе, ты вылетел так, как нам надо. Давай, продолжай движение. Давай, мы теряем время. Собака 3 тонны весит. Толкай эту херовину. Гуп. Отлично, моя бусинка. Ты все делаешь правильно. Давай. Я тебя отправлю в ад за это бесплатно. Так, достаточно расстояние. В принципе, чтобы залезть, достаточное. Поэтому мы сейчас проверим, что произойдет при разгерметизации. А, стоп. Эта часть и так разгерметизирована. Ох, с богом. Текай нахер! Так. Твою мать, что произошло? Почему кольцо отсоединилось? Что? Так, вроде бы нормально. Кислорода мало, но мы держимся. Все разгерметизировалось. Красота. Так, отлетел движок. Это плохой знак. А, тьфу, здесь обычный реактор, что? В чем прикол? Я что-то не понял. Так, надо за кислородом сбегать. Иначе быть беде. Открывайся. Открывайся, мне надо вылететь. Спасибо большое. Понимаю, сложно дышать, не переживай. Ты подышишь, я тебе уверяю. Так, замечательно. То есть у нас кольца отпали сами собой, что, в принципе, меня радует, но это странно. Это однозначно странно. Так, и у нас непонятная ситуация немножко с соединениями. Так, здесь еще более-менее понятно, а вот там уже непонятно. Так, здесь мы отсоединяем 1, 2, 3. А, так это все в печь летит. Нахер я его вообще отсоединяю? Тебя надо отсоединить изнутри. Это странно звучит, но это факт. Это факт. Так, и тебя, дружочек, надо отсюда вытолкнуть. Понимаю, не хочется, но нужно. Так, вот тут ювелирочка должна быть. Ювелирочка. Отлично. Уходи. Уходи, говорю. Там мешает кусок металла. Так, смогу ли я тебя через эту дыру вытянуть? Не смогу. Собака. Застревака. Давай вот так. Отлично. My congratulation. Уходи. Так, тебя туда. Только не второй меня. Спасибо. Так, эту всю часть мы тоже можем отправить в ад. Единственное, что надо реактор быстренько достать. Эч. Реактор, иди сюда. Почему здесь, правда, первый реактор? Я так и не понял. Приколдес не уловил. Так, эти все части отправляем сразу же в ад. В ад раз, в ад два. Что здесь еще осталось? Здесь надо отсоединить шлюз, его отправим на баржу. А все остальное тогда нахер. Но беда в том, что... Хотя сейчас проверим. По идее, этого должно хватить. Да, супер. Мне лично этого хватает, не знаю, как вам. Тихо, не второй меня. Спасибо большое. Тебя туда. А тебя, дружочек-пирожочек. Так, цепляем за центр. И на днище. Все, разобрались.
По идее, да. Сейчас они друг от друга отконнектятся и полетят куда надо. 4 минуты, мы только второй уровень взяли. Грустно, печально, но что поделать. Упс. Там тоже оставалась герметизация, да? Угумс. Но она отлетела, и в принципе все норм. Сейчас здесь еще одна разгерметизация будет. Так, ты, дружочек. Раз. Два. Три. Стекло. Четыре. С этим всем разобрались. Тебя отрываю. Ох ты ж, просто что ж ты так полетела все. Никуда надо. Так, у тебя что? У тебя компуктер? Нафиг. Панель. Нафиг. Лампа осталась. Лампа не интересует. Где остальные части поразлетались? Так, это колечко не долетело. Колечко, долети. Ты не в печь, не в печь, не в печь же лети, ты шо? Так, остальные части надо быстренько прочекать. Я не уверен, что мы успеем разобрать корпус, но было бы неплохо, конечно. А где основная часть кабины? Куда она делась? Так, это у нас стекло. Или это не стекло? Нет, стекло. Просто оно тяжеленная собака. Так, тебе туда. Давайте разгерметизацию. Держимся, держимся. Нормально. Там взрываться нечему. Ну и внутренность не разгерметизируется, скорее всего. Шо грустно. Короче, огромная часть улетела, и я ее, скорее всего, уже не найду. Окей, не тратим время. Так, внутренняя разгерметизация у нас может занять чуть много времени. Так, если это уже отсоединено, это отсоединено, это выход. А где вход? Это выход наружу. Здесь получается. Сейчас жахнет. Готовьтесь. Нормально? Нормально? Ух ты ж, твою мать, ненормально. Держись. Сойдет. Могло быть хуже. Всегда надо помнить, что всегда может быть хуже. Так что то, что мы имеем сейчас, это еще мана небесная. Так. Почему кольцо не отконнекчивается? Там тяжелая хрень, ее мы трогать не будем. Так, внешний разрыв кольца, это только если я поврежу эти, а я не хочу их повреждать. Мы за 2 минуты уже нихера тогда не успеем, к сожалению. Как бы мне этого не хотелось бы. Так, оползи по Сурику. Может, хотя бы здесь кольцо выбьем? Давай, 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 давай. Но если я постараюсь его выбить, его задержит внешний шлюз, да? Абсолютно верно. Сектор приз на барабане. Соответственно, мы отрываем этот шлюз. До свидания. Так, чуть-чуть, вот так. У нас что-то пикает. Кислород, походу, да? Так, тебя мы можем выбить, шлюз выбиваем, и теперь, по идее, должна выбиться и ты. Но нет! Бляха, здесь еще один шлюз. Как они дебильно расположены, господи Иисусе. Максимально таким образом, чтобы их было неудобно отконнекчивать. Меня это не радует совсем. Так, где вторая часть? Я распилил там кусок крепления, но ничего страшного. Уходи. И теперь ты должна выталкиваться. Да быть не может. За что ты держишься? Что тебя крепит? Здесь ничего, здесь ничего. Лестница шлюз от коннекшн. Лестница шлюз от коннекшн. То есть, по идее, эта штука должна... А, я дурак. Прошу простить. Вот теперь ты должна вылететь. Она все равно не вылетает. Окей. Пойдем другим путем. 6 секунд! Нет! Мы ни хера уже не успеем. Можно было просто вот так выпилить шлюз по кругу. Это было бы, кстати, быстрее. Выпилить шлюз, выкинуть его, и тогда можно было погробную всю эту деталь направить в ад. Короче, я его разберу уже сам. В любом случае. Но меня больше удивило, почему здесь реактор был первый. В описании же был второй реактор. Нас, получается, наобманули? Куда что годится? Это никуда не годится. Хорошо, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. Мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.